привет. Привет, привет. Ну что? Юрий еще не знает. Ой, что я не знаю? Мы едем тратить деньги. Нет, это я знаю. Я знаю, для меня это не новость, да? Мы когда-нибудь куда-то поехали? Ну как, мы вчера ездили, мы не тратили деньги. Но это вы потом еще увидите. Вернее, вы, наверное, уже это увидите к тому моменту, как вы увидите, как мы тратим деньги. Вот, я даже вчера немножко, кажется, смотрела, здесь вот подгорело. Как-то непонятно, какими-то непонятными пятнами покрылось. Подгоревшими. Мы едем в Коско покупать все, что было не куплено. Все, что плохо лежит, да. Все, что со звездочками оставшееся, возвращенное. А не, ну мы шутим, конечно, мы не будем покупать то, что нам не нужно. Вот. А то, что нужно, купим. Я сегодня, знаете, хочу купить сырые креветки. Я там поговорила с одним блогером, который готовит эти креветки регулярно, и они поделились рецептом, как их готовить, мариновать. Но, правда, в Коско не купишь основную, так скажем, специю для них. Ну, я думаю, мы разберемся, найдем ее. В общем, поехали. Мы, кажется, за 100 брали. Смотри, $80 и стоит. Скидка на NutriBullet. Подушки. Я вообще хочу постельное белье новое, но не знаю, какое хочу. California King, это прям, это еще больше, чем King. На него сейчас скидка тоже. $16 стоит. Но тут нету пододеяльника. Хотя мы пододеяльником особо не пользуемся. Но это большое, нам кажется, будет. Прям какая-то прям выгодная. Сейчас цена $10 стоит 5 упаковок. Это какое-то дополнительное отбеливание. Интересно. Не знаю, хороший или нет. Юра говорит, вот скидка будет на этот, на... HomePod, да. Вот скидка, $10, смотри. Да. Ну, вот и... Это, короче, и Siri, и колонка, и что да. еще? Ну вот теперь я не знаю, нужен. Нужен он нам вообще? Я а до этого думал, нам как нужен? Я сначала думал поставить его в комнату Максу, чтобы можно было ему голосом говорить. Спускайся завтракать. Мне кажется, после таких этих будет нервный тик у ребенка. Это дорого. Нет, да. Слишком дорого $85 тратить на то, чтобы спускайся завтракать. Обед готов. Ужинать, да? Да. Не знаю, надо подумать. Да, скидка до 25 июля. Короче, еще целый месяц можно ходить и думать. Музыку, конечно, можно было бы записать. Может, в кабинет поставить ее? Да, прям. Чего? Ну, не знаю. У тебя что, колонок нету, что ли? Нету. Ну, вот это вот же тоже колонка. Она беспонтовая, она маленькая. Она так, она походная. Не про это, а гугловая. А она у них стоит. Ну, какая разница? Я же не могу ее себе поставить. Ну, музыку и так будет слышно. Играть. Ну, так ее слышно да, будет. Да, слышно будет в первую очередь им. И они будут мне говорить, жаловаться, что... Они и так будут жаловаться, что твоя музыка слышна у них в комнате. Так что, знаешь... А что, новых маков нету, да? Нету, да, похоже. На таблеты вот самсунговские тоже $30 скидка. Это с клавиатурой, кажется, да, чем отличаются. Это 8-й. А, они чуть разные. Nest. Это вот смотрите, может температуру. Ну, это как типа климат-контроль. Термостат. $50 скидка. Хорошая скидка, я вам скажу. Юра пошел в книжки. Билл Клинтон и Джеймс Паттерсон. А, это «Президентские дочери». «Президентские дочери» книга называется. Что, какая-то интересная книжка? Эта страна. Это кто? Крис Мэтьюс. В общем... Тут вообще много, да, вот таких книжек, которые пишут там всякие такое президенты бывшие. Неподрезанные страницы. Есть страницы, как... Да, вижу.
каким-то ну, этим. Ну, это такой стиль, да. А вот смотри, Елизавета, The Queen. Это, может быть, мы сейчас смотрим сериал, да? А, смотри, The Real Story Behind the Crown. Это мы вот все никак... Ну, это да, это на основе этой книги написано... Ой, снят сериал. Мы его все никак не досмотрим. Потому что серии длинные, и мы это... А мы все время спать хотим. А мы все время спать хотим. Ой, что-то, мне кажется, кто-то испортил книжку. Просто неправильные собачки. Где? О-хо-хо! Ничего себе, The Art of Making Records. Подругой. Да, как пластиночка. Получает 4 постера, да? Это про то, как изобретали да. Ну, пластинки, да? Электрола, да-да-да. Ну, слушай, какая огромная книга. Ну, такая, конечно, больше это фотографий. Это называется как, picture book, да? Да. Или не picture book, как она нет, называется? Юра, story? Ладно, да, классная книжка. Смотри, рядом какая лежит книжка. Да-да-да, я тоже заметил. Сейчас посмотрим ее. А мы не посмотрим, она упакована. А, смотри, вот этот Pink Floyd The Wall. Класс, класс. Это здесь про знаковые, да, все альбомы. А сколько стоит? М? Книжка сколько стоит такая? Сейчас посмотрим. Для любителей, ценителей, да, винила? Инди Уорхол. Обложку сделаем. Классно. А где тут я... Где вот эти вот... Постеры? А, вот вот конце, здесь вот заклеены, да? Да, действительно. Угу. Давай посмотрим цену. Вообще, Iron Maiden. Okay. Угу. Так. Цена... 17 долларов. Ну, кстати, за такую книжку. Вообще. Тут, по-моему, бумаги только на 17 долларов. Да, да, да. А, кстати, она стоила 28. А, это скидка. Вот, это Костко, да. Это Костко, да, пробивает скидки. Ух, ну прикольно, прикольно. Вот, давай покажем, что там. Но мы не сможем о, открыть, она да? Она такая тяжелая. Это книга. О, слушай. Drink называется. Это ее упаковка картонная. Это, короче, как готовить коктейли, коктейли да, разные. Рецепты коктейли. Обалдеть. Нет, не надо, сопьемся. Да, сопьемся. Она сколько стоит? 25 долларов. Смотри, что я еще увидела. Make, make your garden grow. Короче, заставь свой... О, смотри, я тут открыла случайно. Как-то вот... Бугенвилья? Нет, там не бугенвилья, там была фасоль. Я как-то вот открыла ее и немножко это... Тут все написано, как выращивать, что как сажать. Easy veg. Короче, класс. Тоже 16 долларов стоит всего. Вот смотрите, какая толстенная книга. Обалдеть. О, это что такое красивое. О, ничего себе. Animalium Botanicum. Ой, какая классная. Делюксовая. Делюксовый набор из двух книг. Welcome да. to the museum. Смотри, как это все нарисовано, такие иллюстрации. Очень красивые. Так, здесь, а, вот так, две книги. Большие книги. Botanicum да. и Animalium. Ну, то есть про животных и про растения. И еще какая-то тоненькая, смотри, здесь что-то есть еще. Или это какой-то постер. Слушай, а я даже их здесь не вижу. Я вот только эту тут да. вижу. А где они все? Смотри. А, вот такие постеры, наверное, там еще прилагаются. Вот да, это вот третье, это, да, наверное, постеры, себе. Которые можно развесить. Ну, красивое, мне нравится такой стиль. Очень, очень качественно. Сколько она стоит? 70 долларов она стоила. Она стоит неизвестно сколько. Ну, она тут здесь лежит. 70, ну, может, 70 стоит. Да а, вряд о, 30. 30 долларов. Представляешь, вот любителям да. на такую, такую подарить классно, книгу. Классно. А вот содержит 8 делюксовых арт-принтов. Ой, какая красивая, слушай. Мне прям нравится. Да, очень. Где она лежала, интересно. Вот она просто здесь лежала, да. а где ее взяли, я даже не знаю. Ну, классно, классно, да, 30 долларов. Да, очень красивая книга. Вот это что такое со скидкой? А, это а вот, вот не, я думала, вот это со скидкой, нет. это вот это со скидкой, это да? Вот это со скидкой. Это веб-камера. Да. Да. А вот он какой-то прям какой-то мощный, да, это что, этот модем это такой, Wi-Fi? Wi-Fi? Да, у нас тоже 300 Wi-Fi долларов стоит. А там их один. Да, один, так, а там их один.
Это уже начинается подготовка в школе, поэтому, видишь, вот это вот продают со скидкой, скотч тоже со скидкой. Ну, скотч тоже нужен в школе. Ну, не такой. Ну, не такой, но все равно. Это для упаковки, видишь, так. Ну, да, ну, упаковывать книжки, да, школа. Появилась снова вот эта лампа, которая и с термометром, и с зарядкой, и с временем. Да, $35 стоит. Но она классная. Видишь, выдвигается вот эта штука, посмотри. Выдвигается? Да, дополнительная вытяжка выдвигается. Вот так вот? Ну, а там все, там выдвинуто. А. Вот. Хотя здесь вот нарисовано, что она еще вот так как-то... А, нет, вот она выдвинута, это сзади она вот так. Вот здесь вот фильтры, фильтры да. Сняли. Вот такие же фильтры вон там должны стоять. Угу. Ну, это чтобы больше площадь захватывала плиты. Да, потому что действительно, когда вот здесь что-то готовишь, оно все не... Ну, это микроволновка вот так сделана. Да, да, да. $500 стоит микроволновка LG. Вот, ручки. Видишь, тоже $5 скидка. Да. Гелевые ручки. Надо? Да, они ручками не пишут. А вот Макс только. Composition Book. Смотри, сколько много тут их. 8. Я да. Даже не знаю, нужны они но такие будут им. Столько wide. Много. Но хотя... А, здесь wide. Это для колледж, наверное, да? В смысле, для нет, взрослых. Там колледж так и называется, колледж. А wide rule это как раз может широкие. Быть для элементов. Я не да. Знаю, в общем, пока что ладно, мы не пока знаем, да. Какие нужны. Но цена хорошая. Вот эти тоже классные, кстати говоря. Макс такими пользовался. А, это на 3 предмета. На 3 да. Предмета, ну, да. На 5 даже. Да. Ну, это отдельные, закладки. По-моему. Нет, тут есть закладки. Нет, ты я имею в виду, что это отдельные тетрадки. А, нет, 3 нет, на 3. Да. Ой, ну классно, тоже каждая хорошо. Каждая на 3 предмета. Но на 5 неудобно, потому что бывает, что надо сдать что-то. Но стоит всего $9. Это очень выгодная цена, очень. Прям даже не знаю. Но единственное, дизайн такой немножко... На, ну вот здесь вот просто черное, да? Дизайн такой немножко девочковый. Нет, вот это. Просто другой фирмы. Это ручки, по-моему, цветные такие. Тоже $5 скидка на них. Маркеры вообще. Это ручки да, тоненькие. Это шарпи, тонкие да. Маркеры перманентные. Вот, популярная тоже эта фирма, очень шарпи. Хорошая цена. У нас где-то, кстати, есть. А по-моему, шарпи тоже. Вот шарпи, цена одинаковая. Mm-hmm. Вот на это все одинаковая цена. Эти подносы, они а. Две штуки. А на них у вас есть? Нет, кажется. Может, еще будет. Они один в один, да, складываются. Один побольше, один поменьше. Но два нам, честно говоря, не надо. Один да. Вот был бы вот средненький, было бы хорошо. $130. Че, смотри, все еще остались. Уже меньше осталось. Или их подвезли еще. Нет, кажется, как будто их больше даже. Даже больше, да. Да, их как будто добавили сюда, да? Блин, я не знаю, 57. Нужны они нам или нет. Я не знаю. 57 бат. Думаете? Мне как бы, конечно, и так нормально. Да, мне кажется, это лишнее. Оно просто красиво Второе смотрится, время. Конечно. Да. И такая-то. Там батарейка, да, у них? Да. Ее надо будет менять еще. Что? Мыть, видишь? А, вот этот Prof Easy Cleaning, короче. А, rechargeable. А, она заряжается. Ничего себе. Так, один заряд хватает на 3 месяца. Ой, ну это очень удобно. Одного заряда. Да, это прикольнее, чем с батарейками. Ну, да, конечно. Она еще, видишь, еще у нее, по-моему, Life Warranty, да? Нет у нее? Нет. Пожизненной гарантии. Кажется, нету. О, слушай, там еще и мыло есть? Simple Human, да, это Simple которые, Human. Это очень хорошая фирма. Да, дорогие ведра мусорные, да, которые за $100. Где вот ты при, ну, подносишь а, руку вот видишь, и ведро смотри, открывается. Вот оно как оказывается. Помнишь, ты, я чуть, меня чуть-чуть выдавилось, тебе больше выдавилось. А, мы не поняли почему. Оказывается, чем ниже, ниже руку ты... держишь, тем больше выдавливает. Классно.
Мне кажется, детям вот удобно, конечно, было бы. Чё? 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 А там вот в каждой по одной, да? Или в каждой по две? Будет, будет конечно, нет, в каждой по одной. Вот будет, оно. Конечно, чисто, без разводов, да. Никаких. Угу. Крышки сняли. Да его вообще пороняли, ну, тут уже. Да, да. Бедняжку. Ой. Ну иди ж, пороняли, да, ему. Да. Конкретно. Угу. Ну ладно, мы-то не будем ронять. Мы не будем ронять, да. Ну, мне нравится, как оно выглядит. Угу. Ну что, возьмем? Давай. Давай возьмем. Давай. Как всегда, сами себя уговорили, взяли бесполезную штуку. Почему бесполезную? Ну, полезную. Да, мы, да, у Нади увидели, как она работает. Надеюсь, зато теперь знаем, что она, в принципе, вот у нас как раз в два этих, санузла, в два из трех поставим. В, да, два из в трех. Наш и в детский, да? Ну, да, потому что я не уверена, что она поместится на кухне. Вот, потому что там довольно узенькое такое пространство. А, нет, на кухне поместится, да. А что, нам надо еще один тогда, одну пару взять? Да ладно. У нас же четыре раковины. Четыре раковины, да? Блин, точно. Я об этом не подумала. Слушай, я тут недавно обнаружила, что вот эти сковородки, ой, не сковородки, кастрюли вот эти цветные, их, оказывается, две в наборе. Прикинь? Одна побольше, да, ну, и одна поменьше. Нам помнишь, что не понравилось, что они откалываются. Ну да, если их ронять. Но их, кажется, нельзя мыть в дишвошере в этом. Да, 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 вот, вот это. А зато можно oven safe, то есть их можно в духовку, ну, ставить. Да. Hand wash only, да. Да. Ну, не короче, знаю. Но выглядят они очень красиво, они, да? Как казанки такие. Да, тяжелые, очень толстые, тяжелые, стенки. Толстые. Но это вот, как это называется, тушилка, жаровня, жаровня. Но стоит 67... Instant Pot у тебя делает такие же штуки гораздо быстрее. В Instant Pot мне удобно, да, я согласна. Да. Я не спорю, согласна. Вот контейнеры 7,49 стоит. Куда? В гараж? Да, я смотрю, на полку гаражную. На полку гаражную, наверное, нет. Вот есть только вниз. Вниз, да. Да, вниз поместится, ну, один такой. Сложить, да? Кстати, для игрушек, может быть, даже такой тоже подойдет, да, потому что там есть такие игрушки небольшие. Мне кажется, не обязательно им прозрачно. Ну, он, да, с крышкой еще. Крышка хорошая, да. А это что, один стоит 7,49. Да? Да. Ну вот, видишь, сколько их выставили тут? Целая артиллерия, да, контейнеров. Но мы, помнишь, там еще видели за $15 три штуки. Давай посмотрим еще там. Мы можем и этот взять, если один, что, и можно те три взять. Ну, мы сюда вернемся, если что. Пойдем. Хорошо. Так. Хорошо. На вот эту штуку появилась скидка. Это типа противни, да? Да. Грильные такие. Он гладкий. Тяжелый с одной стороны. Он? Нет. А, это очень... он один? Но он металлический такой. Ну. Он как будто бы, да, хороший. И покрытие такой, такое, да? Хорошее, да, угу. Непригораемое. Гриль. Вот. Ну, я не знаю, нам, по-моему, не надо. Ну, я тоже думаю, что гриль, не надо. Он гриль, только мыть его, гриль. Да, вот это мыть удобнее, конечно. Конечно. Но... Это, наверное, даже в этом можно гриль мыть, в этом. Да. Вот, керамик нон-стик, он да, керамический. Да. А это, его мыть в посудомойке можно? Да, дешевашер сейчас. А, класс. Да, это классно. Но класс. Смотри, это надо на плите, значит, что-то готовить. А на плите там, ну, дым, ну... Не знаю. Но нет, он вот, видишь, рассчитан вот, на видишь? Гриль газовый вот, ну, такой, да, вот. Или вот этого у нас нет. Да. А это внутри дома все-таки слишком много запахов там, да, получается. Да, согласна. А вот это, а это просто подносик, да? Подносик хорош. Вот смотри, тросты со скидкой не надо. У меня белые, вот они уже их выкинуть бы, потому что ну, так, они... Нет, единственное, вот, у белых, знаешь, что мне нравится? Что у них есть бортик. Когда а ты режешь, тоже? Например, помидоры. Здесь, а, в смысле? Нет, а, вот такой вот, знаешь, вот бортик, чтобы не стекало. Да, да, да. А может, нет. А здесь нету. Нету. Не бортик, а бороздка. Бороздка такая, да. Да, из-за которой не стекает. Да. Но сейчас хорошая это стоимость. $12 за три доски. Такие огромные, одна огромная. И они такие устойчивые, видимо, lifetime, да? Резинки, да, но вот здесь. Да, резиновая такая ножка. Ну, или пластиковая. А вот у них lifetime warranty, да? Лимитед. Окей.
мы. Саботьер. До 27-го. А, подожди. Сегодня уже 27-го. Да, до сегодняшней. До если черные, ой, белые выкинуть вообще, потому что они уже не отстирываются. Ну да, 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 да. Будет ли с них стекать или нет? Наверное, будет, конечно, да. Ну ладно, пока, наверное, не надо. Обойдемся. $4 скидка на термометр. Да не надо, у нас $16 есть. Стоит. Да, у нас есть. Да, это вот посуда такая меламиновая, не очень хорошая. Стоит $18. Да, это вот моешь, когда много овощей. Что? На карусель, карусель, да. Карусель. Или на вопрос отвечает друзь. А, это штуки когда, да? $25. Слушай, это же вот сушка для, ну, как это называется? Для салата, для листьев, да, для травы. $25, представляешь? Салат, вернее, отожмешь руками. Конечно, но его просто надо помыть и раскидать на полотенце, он высохнет. Раскидать по квартире. Ой, злой ты, Юрий Алексеевич. Креативный? Я говорю, не злой, а креативный. Ну, кто бы сомневался. Так, вот смотри, какие-то контейнеры. А, это маленькие. Да, нет, да. Это маленькие. Такие больше нравятся. Могу, слушай, можно сюда залезть и спрятаться, да? Нет, я в домике, я в домике. Нет, я там не сложусь, конечно. Не надо складываться. Я только по пояс могу там залезть. Точно, да. Мало места, мало. Не будем брать. Фонарь. $10, смотри, скидка на фонарики. 5 штук их там, да? Да. Втыкайте. Ну да, это в огороде, да. Но хорошая цена, $30. Вешалки, да, мы хотели взять. $14, 50 штук вешалок. Какие-то помятые коробки. А вот, кажется, не помятые. Да. У нас такие вешалки. В них что хорошо, то что они такие немножко, как, знаете, как... ну, бархатный, что ли, и не спадывает с плечиков все, что на них висит. Очень удобные. Да, 50 штук. Да. То есть так у нас 50 уже есть. Мы, просто я, а мы детям... не два раза брали по 50. А, может быть. Или мы один раз брали 20, а второй раз 50. Что-то... Ну, что-то такое, да. Что-то я вот не вижу. Ящики были здесь, да. Помнишь, по 3 штуки продавали? Неужели их распродали все? Не может же быть такого. Что они нам такую подставу сделали. Так, это другие, да? А, по две штуки. Вот они были такие же белые. Белые, но по 3 были. Так, 1,49. Ну, $5,7 стоит каждый. Блин, а чё белых-то нету? Как они могли их продать так быстро? Не белые, а прозрачные. Ну да, прозрачные были. Блин, как плохо-то, а? Да, 12. На какое-то пиво скидка появилась. Сан-Луис Обиспо. Мы видели его в прошлый раз. $3 скидка, я не помню. Но это в банках, я больше не буду покупать. А, ну ладно, значит не берем. Так, хочу бананчики взять. Но что-то все такие спелые. Возьму, наверное, органические. Они хотя бы позеленее, что ли, немножко. Все спелые. Прям, смотрите, желтые. Я хочу зеленые. Так, $2 они стоят. Такая визанка. Вот эти зеленые вроде бы. Нет, не зеленые, но желтые. Что ж делать? Где же взять позеленее? Сейчас найду. Я же найду. Нет, все равно желтые. Ладно, возьмем вот эти. Так, Blueberry 6,99 стоит. Какая-то опять новая фирма. Каждый раз у них какие-то новые фирмы. Вот такую мы как-то брали, красную. Вот эту не брали еще. Но они какие-то миленькие. В этот раз помельче она. Но вроде ничего, такая хорошая.
Малинку тоже хочу. Малинка по $5. Малинкой тут не наешься, потому что слишком это дорогое удовольствие. То есть килограмм малины так не заточишь, как в Алмате. В Алмате, правда, тоже говорят, малина 1700 килограмм. Так, клубничка. Клубничку у нас дети любят. Какую бы взять? Клубничка по $5. Сейчас найдем. Так, это не очень какая-то. Почти. Чуть-чуть там осталось. Сейчас, погоди. Клубничку найду. Блин, что она помятая, клубничка? Хочу не помятую. Вот это вроде ничего. Черешня. Темная черешня по 10, по $11. Белая черешня. Ого. Вот органическая по $14, а не органическая по 11. А вот есть скидка. Мы такую брали в прошлый раз. Да. Она вкусная, хорошая. Не скидка, а просто она стоит $5. А, это без скидки, да? Просто стоит $5. О, давай. Персики, кажется, тоже дешевле стали. Так, 4 лб за 8,5. Вот еще вот такие есть. Такие вот персики за $9. Ты хочешь персики? Нет, не хочешь? Ну ладно, пошли тогда. Сельдерей тогда, да, сливы надо доесть. Наш любимый сельдерей. Никуда без него. Так, грибы. 4,99 белые грибы. А, у меня, кажется, еще чуть-чуть есть грибов. Надо, наверное, их доесть. А, шиитаки. Ой, смотри, какие они малюсенькие, хорошенькие. Грибочки. $8, да, стоят? Вот эти очень вкусные грибы. Портабелла. Портабелла – это такая разновидность шампиньона. Королевский шампиньон, типа. Черри надо обязательно. Обычные помидоры, я не помню. Кажется, у нас там еще несколько штучек есть. Да, вот эти вот мне очень понравились. Прям очень хорошие. А, серьезно? Они стоят $6. Канадский помидор. Очень вкусные. Сладкие-сладкие они. Они были тут. А, ну они очень дорогие. Они тут были. 1,5 лб стоит 5,5. Это еще нормальная цена. Да. Они были дороже здесь, я к тому. 5,5 и 3 штуки. Продюсеры такие же небольшие, как тут огуречки. Или нет, в трейдере. Гораздо дешевле. Ну там не за полкило. Вот этот хороший. Потрогала. Общупала. И этот, как его, авокадо не подешевел. $10. Вообще ужас, да? Вова хотел очень печеньки. Вообще прикольно, может быть, было попробовать вот такие. Тут смесь. Нет. Они тут с изюмом. Все понятно, не будут, да. Вот эти тогда шоколадные, да? Шоколадные печеньки. Ну давай, бери какой-нибудь. А $8 стоит упаковка. Блин, кривые. Кривые? Да нет, наверное, просто так. Ну, они так легли, ничего страшного. Главное, чтобы не раскрошенные. По бейглам ты не скучаешь? Да. Немножко? Ну, мне кажется, сейчас что-то как-то не это. Не пойдут они так много. Да. Вот у меня спрашивали, у вас появился вкус к такой поке? Слушай, а он прям сделан давно. Примерно так же, как мы, только без огурцов он, да? Да. Короче, стоит он $22, вот такая... Это, кстати, тоже без огурцов было. Да, но это... Нет, это рецепт, который мне Денис дал. Смотри, здесь он стоит $22. 1 лб, то есть полкило. Я вот сколько... Я за $18 купила... 1,5 почти килограмма, 1,5 лб этого тунца. Ну, тунец стоит просто $14 примерно, лб, поэтому да, ну, остальное дорого. Все понемножку. Дорого-дорого, короче. Плавцы.
Это новое ассорти до сыров. Нет, он до этого последнее время стоил почти больше $20. Да ладно. Да, 15.79. Да я тебе могу показать на видео. Просто это что-то новенькое. Да? Их было две разные вместе, с кофе и вот этот. Здесь, смотри, goat cheese, по-моему, с абрикосом, типа с курагой. Наверное. С курагой? Здесь можно почитать. Вообще, вот это фонталь. Да, мы читали про это уже. Где этот фонталь? А, вот фонталь. Так. А, специи. Ну, он покрыт специями. Ну да, вот этот вот. Да, а тут был покрыт этим кофе. Ну, это надо так, да, если кто-то в гости, да? Смотри, это $4 скидка, да, на трейтип? Но мы вот такой брали как-то. Он не очень. Мясо само по себе не очень, да? Вот косовская лучше, да, также они делают. Трайтип хороший. Смотрите, появилась красная кита за $16 за ЛБ на коже. Ну прям. А слушай, кита реально худее, чем лосось. Помнишь, мы еще выясняли, что она худее? Она худее. Вот смотрите, какой толстый лосось. А вот какая кита. Короче, она еще дикая, да, дичайшая. Стоит почти в два раза дороже, да, чем лосось. Так, креветки. Хочу креветки сырые. Не, мы их пожарим. Кого? Сосиски я купила. Новые сосиски я купила. Rockfish уже разделанный. 5,5 всего долларов за ЛБ. Это вот, которая вон там, по-моему, была такая красная. А, красненькая, да. Ну, я не знаю, вы такую, по-моему, особо не едите рыбу. Она потому что, ну, не знаю, какая-то на вид не очень. Креветки. Вот, смотри, креветки. Шримпы. А, слушай, не плохо, 5,99, да? Вот эти тигровые, да, креветки, смотри, они какие. Ага, да, они прям полосатые. Да. А есть вот такие белые, просто белые, но они... Они просто эти не завернутые вот так вот, ну, колечком, а эти завернутые, а по размеру они примерно одинаковые. Но по цене в два раза дороже. Ну, тигровые всегда, да, дороже, может, они вкуснее. Может. Так, ну что, а так неплохо. Да, выглядят неплохо, да. Их, правда, чистить я не знаю, насколько удобно. Так тебе то же самое. Нет, ну я не знаю просто, хорошо их чистить, удобно или нет. А они с головами, видишь, у них там кишки, да, и прочее будет все, да? Нет, ну их надо загрить, это потом, по-моему, есть. Ну да, но их надо чистить потом, ну, сидеть и чистить, да. Так, А у этих головы уже оторваны, значит, вот это его вот это вот желудок или как он называется? Прямая кишка вытащена. Нет, не вытащена. Она не там есть? Вдоль спины вся. Когда голову отрезают, ее... Она вот, видишь, разрезана, посмотри. А, видишь, да, почищена. Да, да, да. Она почищена, а эти нет. Поэтому они и стоят. Но у них, смотри, нет никакого темного. Ну, это у кого как придется. Okay. Что, ты хочешь такие взять? Не знаю. А почищенных можно нет? И такие. Да, посмотрим, почищенные. Но, наверное, они все замороженные будут, да? Да. Не, это они намороженные. Смотри, какие огромные. Они примерно такие же, как там. Эти, смотри, 13-15, а эти 9-14. Кредитосы. Вот эти, кажется, да, 9. Но они, да, не почищенные, но поэтому. Они почищенные, поэтому немножко почищенные. Так. Ну, это ерунда. Это для пасты. Да, это для пасты. Это лобстер. Это, кстати, это хвосты лобстеров. Лангустины, да. Смотри. Да, такие. Лобстер. Такие. Он открытый. Он открытый, кто-то порезал его. Так, ну что, какие берем? Ну, давай какие-нибудь возьмем. Давай возьмем. Гулять-то гулять. Нам же все равно, мы же просто вот эти возьмем и обожремся, мы их не съедим. Представь, пополам столько съесть в гривенах. А эти мы съедим как раз на двоих пополам. Да? Или с Максом на троих. Макс, мне кажется, особо не ест креветки. Ну, хотя, не знаю. Ну, давай, они красивые такие. Давай. Давай. Вот эти мне больше понравились, по-моему. Нет.
Ну, бери какие хочешь, какие тебе понравились, тебе бери. Или нет, давай. Вот эти вот, смотри, вот у них упаковка не какая-то не мокрая, да? Давай вот эти вот. Давай. Смотри. Сколько стоит, получается? $25. $25. Смотрите, скидка появилась. $4 на финиш. Таблетки для... Ой, смотри, их стало 125, было 110. Да, они классные. Очень хорошие, да. У нас как раз почти закончили. А вот эта штука нам не нужна? У нас есть еще. Есть еще, да? На нее тоже $4 скидка. Мы ее добавляем уже давно. Да? Да. Она для чего? Это ополаскиватель? Это вот этот нормальный ополаскиватель. Да. Нормально ополаскивает таблетка. Он смывается нормально. Да, хорошо смывается. Да. Смотри, скидка на воду. $6 стоит. Вкусы какие? Клубника, лемон лайм и black cherry. Да, неплохо, можно поправить. Да. Вот эту, которую мы обычно берем, здесь тоже 24, да? Да. 7,5. Но это подороже стоит. Как раз он и лимон, любит, и лайм, и лимон любит, да. А я, кстати, лимонную воду вот эту вот добавляю в этот, в окружку, да. Да, давай ее возьмем, 7,49 она стоит. Она хоть и дороже стоит, но зато тут те вкусы, которые Леша любит. Да. Да? Здесь лайм, лимон и... грейпфрут, да? Конечно, больше понравилась лаймовая другая, когда я полностью какая? Упаковку чисто лаймовой брал другой фирмы, и она очень понравилась. А какой это фирмы ты брал? Тоже здесь брал. Не вот этой? Не вот, а, не такая, да? Нет, другой. Белая. Белая? Вот смотрите, раздают уже на пробу водичку. Это просто вода, она без газа. Айс-ти, не сладкие. $13 стоит 18 бутылок. А в бутылке сколько миллилитров? Пол-литра. Пол-литра? 16,9. Ну ладно, не сладкий чай мы и сами можем сделать. А где апельсиновый сок? У нас закончился? И Леша будет скоро страдать. Че, нету что ли? Ничего себе! Там есть другой. Другой есть. Да, ну, кстати, вот этот трейдеровский очень вкусный сок. Он не сладкий. Так, он йогурты прям... надо? Йогурты есть. Я даже еще тот... О, подожди, но какой-то новый йогурт появился. Уи называется. А это той же фирмы, как и, кажется, вот этот вот. Вот этот, кажется. Не знаю. Какой-то ванильный, да, йогурт. Он в каких-то баночках, что ли, стеклянных. 7,29 стоит 4 штуки. Ой, 8 штук. Оно свершилось, это чудо. $3 скидка на наше мороженое любимое. Да, возьмем парочку, да? Да, конечно. Для какого? Ой, слушай, оно, кстати, надолго, эта скидка. Да, тогда можно... Ну, все равно возьмем парочку. Да? Ты его тоже любишь, да? Что? Ты его тоже любишь? Да. Да. Вот есть апельсиновый сок, органик, пастеризованный, я не знаю, unsweetened, постараюсь. Да. Посмотри, в нем есть сахар в составе дополнительный? Нет, ингредиент органик orange juice написано. Ага. А вот смотри. Смотри, сломали вот эту дверь. Да, сломали дверь. А этот 8,39 стоит тропикана. Тоже три упаковки. Он без мякоти вообще. Да, три бутылочки. Так, что без получается за... А, ну, дешевле, чем тот. Я хотела просто посмотреть... Мы брали его. Причем и тот, кажется. Сахар посмотреть. В составе есть сахар? Так, я пытаюсь найти. Ингредиенты? Да, не вижу. Я тоже не вижу ингредиентов. Без ингредиентов сахар. Наверное, есть они где-то вот здесь, вот. Ингредиенты, где их не видно, вот за этой упаковкой. Да нет, нету. Давай этот возьмем. Но его, в принципе, удобно вот в такой упаковке. Да, места не занимает, да. Его обязательно в холодильник? А, его надо весь в холодильнике хранить? Нет. Или нет? А почему он в холодильнике здесь хранится? Не знаю. Наверное, да, надо хранить. Тогда и этот такой. Тоже. А вот он с мякотью. Видишь, там видно конкретно. А этот вот вообще без мякоти.
Ну ладно, давай попробуем тот, этот. Тот ну, у нас тоже с мякотью был. Да, тот с мякотью был. Но тут прям мякоть вот вся осела. Ну да, вот и у того тоже насаживалось. Надо просто оседало. Надо просто перемешивать перед тем, как наливать. Я не знаю. Давай этот попробуем. Какая разница? Тем более мы нашего дождемся, наш потом купим. Да. Смотрите, да. Появились из индейки бургеры. Они уже приправленные, как да? Это, точнее, да. Да. Смотри, жирность 10%. Уже. Да. Неплохо. $3 скидка еще к тому же. Ну да. Вообще. Причем до 25 июля аж скидка это. Ну можно так взять что... одни попробовать. Или сейчас не надо? Нет, сейчас не надо. Наши доедим, а потом вот эти возьмем? Потом возьмем, да. А то мороженое негде будет хранить, да? Что такое? Это с гречкой. Нет, это что-то новое появилось. А, это Сибас. Так, 18,59 стоит Сибас. Да, кстати, странно, потому что вот рядом Сибас. Да. $22 за паунд, а этот 8,62 за паунд. Это дикий Сибас, а это... А это средиземноморский. Средиземноморский Сибас. Может, они чем-то отличаются? Прикольно, слушай. Ну, хорошая цена для такой рыбы. Очень хорошая. Смотрите, за паунд цена почти в 3 раза дешевле. Вот этого сибаса от этого. Мы в прошлый раз взяли вот эту пиццу, нам понравилось. Ну, я тесто хорошее. Я пережарил чуть-чуть. Вот мне понравилось, что ты ее пережарил. Очень вкусное тесто зато получилось. Делай так всегда. Но сейчас на нее скидки уже нет, смотри. 12,79 стоит. Две штучки там. У нас Вова теперь конечно, вместе с Юрой ест вот эти вот с корицей. 4,89 стоит $2.10. В СНГ они продаются как квадры, да? Квадру, да. Квадру. И, по-моему, от другой фирмы. Да, точно может так быть. Же. Но вкусные они, да? Но я их не ем, но я спробовала их. Знаю, что вкусные. Берем. Теперь мне нужны для бега кроссовки на улице бегать. Я, правда, не знаю, вот эти... Вроде бы написано, что они... Где это их коробка? Пума. Ну, вот Пума, да? Да. Так, вот это. А, вот, Ladies. В общем, так, Softform. Пейсер. Ну, не, Пейсер? Да, ну, это такие, да, пробежечные, наверное, не знаю. Ну ладно. Надо что-нибудь более. А вот это что такое, подожди? Это что-то новое, да? Adidas появились какие-то. Рейсер. Ну они тоже. Комфорт. Ну это для хождения, да? Ходить в них удобно. Кстати, симпатичный цвет такой. Он, знаете, какой-то грязно-розовый. Не, выглядит грязным, если. Грязно-розовый, говорю. Ну, в смысле. А стоят они $30. А вот, смотри, сандали появились. Вот такие где-то я голубые видела. Это какая фирма? Ну вот есть такие, по-моему, Puma тоже. Хорошие сандали, но я люблю более элегантные. Другие какой соус, да? $2 скидка, $6 за две штучки. Какой-то... Чолула хот соус. Для креветок мариновать. Возможно. Ну, видишь, тут 20. Да, потом не надо. Куда этого, мы да? Их, тем более Вова сказал, что нужен Хайнс там какой-то, 57, что-то такое. Ну ладно. Так. Может быть, он похож, да, на тот, который... Надо будет халула, да? Если бы состав сравнить. Состав. Вода, перцы, арбол и пиквин. Это очень что-то острое. Соль, уксус. Чесночный порошок, специи и ксантан гам. Все, shake well. Понятно. А я сейчас посмотрю состав этого. Вот, Юра. Вот это хочу, да. А, ну она нет. Она, и, ну, если только в самый конец кинуть в этот в куриный суп. Да. Куриный суп. $8.5 за 9. Слушай, может ее можно с мясом делать? Овощи. Ну, как не лагман, а как боул, в смысле, как... Ну, она именно, вок, как именно вок. Так, вот с бульончиком она именно такая, знаешь, вьетнамская фо. Вьетнамская какая-то. Рисовая. 8,49 сейчас стоит. Рисовая так, лапша. Инструкции.
открыть, положить, открыть специи, масло и овощи. Овощи — это вот этот вот лучок порезанный. Лучок порезанный, лучок, понятно. Короче, да. Ну, в общем. Так. В общем, залить холодной горячей водой. Да? Это как доширак, только такой. Только вьетнамский нормальный доширак. Да. И без мяса, главное. Ты можно, это можно, есть? Можно в микроволновке. Да ты не будешь такое есть. Когда думаешь? Тебе такое есть? Я же тебе пока готовлю еду. Вот я на работу пойду, все, тогда можешь покупать себе пачками такую еду. Да. А когда я пойду, я на работу пойду, ты вернешься в офис и будет нормально тебя там кормить, Google твой. Так. Вот это что такое? Вот я думаю, тут нету этого соуса. Нету. На нее $3 тоже скидка. Упаковка из 3 штук. Вот еще какие-то специи появились. Смотрите, $2 скидка. Таджин. А, это таджин. Я слышала про него, но я не знаю, куда его добавлять. Что это за специя и с чем ее едят? Чили пеппер, короче, соль, лимонная кислота. Куда вот это, ты не знаешь, добавляют таджин? Я слышала про него, говорят, некоторые даже то ли фрукты с ним едят, то ли что. Тоже скидка на него. Мне нужна соль обычная. 2,79 стоит. Беру ее. $3 на вот такие желейные конфетки. Скидка. Просто сейчас дети в школу снова пойдут. Ну ничего, книжки кончились? Кончились. Да. Да. Ну ладно. А, может быть... Нет, давай проверим. Это какого числа? А, еще да, долго, нормально. Короче. Что? Смотри, на вот этот бифлекс, да. Скидка $5 целых. Да, но сейчас... Ну, сейчас пока не надо нам, да? Вот это хорошая прям штука, восстанавливает всякие... Ну, как бы вот эти... Суставы, да. Связки. Да. Вот какая-то... Это сансадин, да. Прономель. А, это для чувствительных зубов. Да. А, ну, Restores, не знаю. Я думаю, может быть, попробуем пасту, которую я тебе показывала в интернете. Ну, в смысле, итальянскую. Которая она восстанавливает эмаль. Она еще дороже, правда. $15 стоит 3 штуки. Две. Ты мне показывал. Две по 75. Причем, да, по 75. Здесь, смотри, 184 грамма в каждой, а там 75 грамм в одной. Ну, потому что она инновационная. Ну, конечно. Вот еще, смотри, 71 отбеливающая. Advanced отбеливающая. Да. Она стоит 24,5. Да, ну тут хотя бы тюбики приличные. 184 грамма в каждом. Угу. Вот, это надолго. Вот у пацанов вот такая, кажется. Да, вот хотя у них, такая. По-моему, нет. Может быть, такая у них. Тут 5 штук за $15. Ну, она такая обычная. Вот у них другая была, белая, короче, паста, которой мы пользовались. Как будто меньше, но у нас не было. Чуть-чуть меньше, 158. Но все равно большой тюбик. Да. Ну давай вот такую возьмем. Единственное, ее тут 4 упаковки, она. Ну, она хорошая. Сенсадин вообще очень хорошая паста. Давай, или вон, или ту. Вот эту или вот эту? Вот, а чем она? Вот сильное укрепление эмали. Почитай с другой стороны, что написано. Нежное отбеливание. Укрепление эмали. Refresh, restore. Ну, может быть, и эту. Вот это просто это отбеливающее. Будут белые зубы у нас, как у этих, в американских, голливудских фильмах. Где? Вот здесь? Вот здесь? Это. А это тоже? А это нежное отбеливание. Это Advanced Whitening. Да. Экстра вайтнинг. Ну, посмотрите, она с абразивом или нет. Потому что если с абразивом, то это опасно. Но наоборот, эмаль поперёд. To space for sensitive teeth and cavity prevention. Она для чувствительных зубов. А, слушай, тут тоже так написано. Ну, не знаю. Давай вот эту возьмем. Потому что она эмаль восстанавливает. Типа. Как та итальянская. Да, мне кажется, да, больше лучше, меньше отбеливания, но больше да. Здоровья. Давай. $25 стоит. 24,5. Вот эту штуку я беру.
$4 сейчас на него скидка. Я его пью. Это коллаген с биотином. Для кожи, волос, ногтей, все дела. Вот, очень хорошая штука. Ну, мне нравится. Я выгляжу моложе? Конечно, допросилась. Так, ну все, мы что-то сегодня скромно закупились. Но, правда, взяли вот эти штуки, вешалки. Сейчас посмотрим, сколько выйдет. Я думаю, что 350. Наверное. Юра говорит, что у меня прицел сбился. Да. Да? $270. $270? Вообще. 269. Какая-то дешевая закупка. $270. При учете того, что мы на $57 взяли диспенсеры. И да. На 13 или сколько? Вешалки взяли. И этот финиш. Ну, это же нужное, как бы. На $25 примерок. Да, вообще. Потому что мы мясо не брали, никакое. Да. Мясо, да, не, да, взяли, поэтому вот такие дела. Ладно, мы поехали домой разгружать. Так что не переключайтесь. Смотрите дальше. Всем хорошего настроения и пока-пока.